have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами в бесконечных мирах Роблокса. Продолжаем наше путешествие, странствие. Стоим на берегу великих открытий. Ну или, по крайней мере, на берегу Большого океана. Наш неизменный напарник. И сейчас мы вместе пойдем... Крокодил... Ладно, не будем об этом. Вместе пойдем куролесить. Что это из тебя снежинки сыпятся? Ты что, Саб-Зиро стал? Фига себе у тебя. Водичка холодненькая. Так, раунд у нас сейчас подходит к концу. Тот самый раунд, в котором мы не участвуем. А я трехзвездочный. У меня курица со звездочками. Я вообще нищий, у меня курица со звездочками. Даже курица лучше тебя, серьезно. Да, даже курица лучше меня. Кстати, ребятки, тут запахло кое-чем. Запахло тем, что скоро будет Хэллоуин, и, скорее всего, на Хэллоуин будет куча классных обнов, куча классных скинов, обновлений, конкурсов, участий и всякое такое. Ну и, собственно, мы с вами, конечно, в этом всем поучаствуем. Так что следите за выпусками Роблокса. Мы думаем, что вам будет интересно. Так, все, раунд закончился. И мы с вами в следующий раунд уже попадаем по-любому. В смысле, а где у нас объявление результатов? О, вот, все, game over. Слушай, чувак, а тебе с такими слитками золотыми на плечах не тяжело ходить, интересно? Я могу надеть золотые слитки. Да, у нас тоже есть золотые слитки. Кстати, о, тут еще чувак с золотыми слитками. Да, в общем, мы тут подумываем о том, чтобы чуточку модернизировать скинчики. Так что, ребятки, если в каких-то ближайших сериях вы увидите нас в немножечко другой ипостаси, прошу, не удивляйтесь, потому что миры-то бесконечны, скины тоже должны быть бесконечными. Это правда. Вот. Хотя мне вот, например, нравится вот эта Блокси Кола у меня на плече. Я очень не хочу ее убирать куда-то. А почему бы тебе не надеть лапшу? Может и лапшу одену, посмотрим. У, снег, круто. Нет. Сейчас посмотрим, что тут у нас за несчастье с нами случится. Я сейчас лепешку приключусь. Так, Саб-Зирыч, ты вообще домой попал, так что нормально. Да блин, я только согрелся, и мне пришлось целую минуту стоять в костре. Вулкан. О, а что тут делает костер? Тут же зимой еще такой, да, что ни один костер не смачит. Нет, наоборот, это же логично, что зимой тебя согревает костер. Ладно, зато я волшебник. Сейчас тут станет очень жарко, что-то мне подсказывает. Мне уже жарко. Куски лавы летят. А че вы все ко мне на мою башню приперлись? Я тут первый был. А я выше всех. А мне уже как-то не холодно. Ну, без шансов, что я доплыву. А может, водичку? Оп, все. Блин, нужно купить вот эту штуку, чтобы можно было плавать в воде. Я бы сейчас тогда вернулся на остров. Серьезно, это тема. Ну, просто меня сейчас выкинуло куском лавы, и я улетел. У меня осталось еще полжизни, но просто я уже не доплыл, потому что был слишком далеко. Что у нас с деньгами, что в магазине творится? Давайте посмотрим. Тут хотя бы не холодно. Скипбол. У нас 1065. А дайвер стоит 1349. А вода больше ничего не значит. Я, наверное, вот это возьму. Так. Ага. Только если VIP купишь, да-да. Хорошо. Да-да. Да-да. Ой, джетпак за 5000. Ничего себе, джетпак за 5000. Да это ж какие цены, это ж сколько лет надо копить. Это надо не копить, это надо донатить. То есть, ну, как бы разработчики тебе явно об этом говорят. Так, есть перки.
Я выжил. О, поздравляю. Слушай, можно... А это что? Ха, за 750 можно сделать мини-копию себя. Прикольно. Мини-копию себя за 750? Так, за 550 ты можешь быстрее бегать, за 750 ты можешь быстрее, выше прыгать. Вращать людей вокруг себя. О, броник. Джаггернаут. 50% больше здоровья. Детка, плиз, а вот это хилить игроков вокруг себя, вот это круто. Слушай, перки мне понравились. Детка, плюс 750 ради того, чтобы я смог сделать маленькую копию себя. Ну, как бы это да, у меня есть 750, я могу это купить. Но, наверное, не буду. Ну, зачем же тебе? Ты же не хочешь, чтобы тебя съели эти мыши? А то они раньше... Зона карантина, прикольно. Знаешь, я раньше сражался с мышами. Они очень такие опасные ребята. Да, особенно гигантские мыши-людоеды. Гигантские мыши-людоеды. Мне рассказывали, что это только в сказках. Это реальность. Это жестокая реальность наших дней. Гигантские мыши-людоеды. Аж да хорош меня сбивать, блин, олени. Да ну вас нафиг. Да потому что сбивают постоянно. А что с нами случится? Погодь. Оу-оу-оу, обстрел! Обстрел кораблики! Тут есть бункер, я пошел туда. Я лучше залезу обратно на краник. Спасите меня! Мой попкорн застрял на крыше. Карантин новый город, моя ну-ка. Шляпа. Это город из Резидента? Карантин, карантин. Слушай, а можешь мне помочь? Например, как? Можешь залезть, пожалуйста. На кран попробовать вытащить меня. Зачем? Сейчас тебя прилетит эта штука, и она тебя вытащит. Нет, я не хочу больше. Кран. Моя шляпа. Она застряла в кране. Спасите. Ха-ха-ха. Я смеюсь. В лицо неприятность. Там черт мой дом развалили. Я только хотел эпично стать. Ты слез, не? Мне подбили мою шляпу. Мне подбили мой дом. Нет, уже не хочу к вам гостей. Что это такое? О, это стапеля какие-то. Серьезно? Тут на стапеле был корабль или... А, это не стапеля, это мост. Я стою на краю моста. Весь мир был позади меня. Но меня это не волновало. Ау! Блин, ядром в лоб, за что? У меня вылетел. О, кто пришел? Лука! Лука! Или Лука, черт побери, чувак, прости, пожалуйста, я постоянно забываю. Ты мне постоянно говоришь, короче, наш подписчик подошел, мы очень рады его видеть. Привет, чувак, очень рады тебя видеть, серьезно, ты просто красавчик, молодец, что вырвался наконец-то. Дела отпустили тебя, и ты присоединился к нам, так что супер, мы очень рады тебя видеть. Ай, так... Я тебе скажу, наверное, хотя ты и сам догадаешься. ТВ-видео. Новые прически? Новые прическейк. Прическейк. Так, у нас... кстати, да, я... Чувак, потом посмотришь себя на канале, поржешь, если что. Тут немножечко беспредел творится. А может, нельзя залезть на дерево? Я вот не знаю, что за дизастер сейчас. О, воу, воу! Пожар. Пожар, 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 пожар. Надо свой... Надо как-то... Мама, я в телевизоре, да-да-да. Знаешь, походу, залазить в дерево, это была плохая идея, теперь я застрял в палках. Чёрт! Мне страшно, вдруг дерево сгорит. Я смогу отсюда спрыгнуть, если все загорится. А все уже загорелось. Ёлки-палки. Вот реально... Нет! Прыгай в воду. Смешно. Прыгай в воду. Знаешь, каждый раз, когда я вижу Лука... Прыгай в воду. Все страшнее, то, что
Это горячие штуки. Тут еще и костер есть. Слушай, песок не горит. Как песок может загореться? Ну его нафиг. Я постою на этом балкончике и буду просто нервно попивать кофеечек. А, ты немного не понимаешь, что делать. А, спасаться надо. Спасаться надо, чувак. Спасайся. Сыт, не выживешь ты рядом со мной. Как оптимистично. Мой дом начинает гореть? Не-не-не-не-не. В смысле, еще минута? Ёшкин, матрёшкин. А, я сгорю. Я сгорел. Мой дом начал гореть. Я думал, что не дойдет до моего дома. Печалька. Я с тобой согласен, неправильный огонь, он горит и на песке, он горит везде, да, я с тобой согласен, чувак, вот прям, ну, да вообще. Нет, понимаешь, наше дерево бы не загорелось, если он бы не был рядом со мной, понимаешь? Надо вот было тушить по-пионерски, вас там 10 человек взяли, нассали, все потушили, что вы как эти? Мы не пили воду из моря, она же соленая. Ой, ладно. Интересно, кто-то выживет? Давайте, чуваки, никто выживите. Никто не выживет, кому нужно выживать? Кому нужно выжевывать? Да, зачем выжевывать? Так, у нас 1104 денежки. 1104 денежки. Вот. Но я не знаю пока, что я буду покупать. Я еще немножечко подкоплю, потому что нам не хватает и на скутер, нам не хватает на кучу всего. Знаешь, а мы же тебе накопить эту штуку, которую дайвера. На дайвера? Ну я же говорю, да. Better luck next time. Чувак, думал плыл как рыбка. А, блин. Да. Привет. Мистер Черный Квадрат. Блин, офигительный скин. Ну, у меня лучше. О, там тебе... люди уже плавают. Пойдем купаться. Фух. Слушай, и поплыли. А у тебя было такое, что ты куда-то заходишь, я акула. И все тебя помнят, но ты никого не помнишь. О, чувак спиннера нашел. Не, кстати, я такой, что все тебя помнят, ты никого не помнишь? Ну, не да. Знаю, видимо, у тебя память отшибла когда, не знаю. Не, там ты каждый раз куда-то заходишь, но ты никого не помнишь. Так, у нас фермерский рай. Фермерский сарай. А что будет? Сейчас посмотрим, что будет. Нет, уже не хочу. Метеоритный дождь. Залази в домики, в дом-дом. В дом-дом. Блин, метеоритный дождь. 3, 2, 1, под какой камень мне забиться? Домик. Фух, я просто... Нет, уже не хочу садиться за телевизор и смотреть киношки. Ты собрался пересидеть все это за киношкой? Смотрите, мы дом разрушили. Ой, я вижу... А! Жадность сгубила, ёпперас это. Я вижу там такой этот изумрудик, думаю, а, надо пойти взять изумрудик, и тут фигак прилетело. Ну что? Давайте понаблюдаем. Даже хорошо смотреть на свои шарики. Так, где ты у нас? Ого, у кого-то депрессия. Ты живой? О, привет, чувак. А чё ты тут в это... Понятно. Блин. А ты где? Оу-оу-оу. А я у тебя перед глазами, видишь? Я у тебя перед курицей. Тебя тоже прибило уже? Да. О, я за раундом наблюдаю. Понимаешь, я такой, значит, сажусь на стульчик. Такой, смотрю, какой прекрасный вид, метеоры падают, люди умирают, и тут резко в меня приземляется метеор. Вот со мной примерно то же самое было. Я такой, изумруд, 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 бум! Бух,
Да, кстати, насчет индейца. Я успел посмотреть, как ты выглядишь. Ну, ты такой это, в кукурузу, в пшено забрался. Я не знаю, что там было. Такой сидит в кустах. Знаешь? Опа, давай, прыгай, прыгай. Это неприятно, когда тебя приземляет метеорит, когда ты так спокойно. Фу, красавчик выжил, молодец, один из трех нас хотя бы. Ура! Один из трех нас хотя бы чего? Ну, мы-то слились, а чувак выжил. Один из трех нас хотя бы. Кто этот четвертый ящик сюда так положил? Что в нем такого особенного? Я хочу на него заглянуть. Дайте мне ломик, я хочу открыть этот ящик. Нет, Гордон Фриман не даст мне. Да, Гордон Фриман позабирал себе все ломики вообще во вселенной. Опа. Понимаешь, он просто говядина. Жанна Геннадьевна. Он жадина говядина. О, у меня четвертая звездочка наконец-то появилась. Я теперь только это понял. Поздравляю, теперь ты 4 звездочная ладушек. Теперь ты очень будешь популярен, тебя будут все есть. А это звучит? Знаешь, что это плохого звездочка? Если ты будешь популярным ладушком, то всех захотят тебя съесть. Так. Что так? Это раскопки, чувак. Прячься, беги, прячься. О, у этого, у белого чувака, у него этот... пак есть на ниндзя, на бег Наруто и всякое такое. Помнишь, у нас были такие бесплатные паки на бег ниндзя и всякое такое? Тоже было неплохо. Наверное, чуваки сохранили себе скин. Раскопки. Так, а что будет? Да. Черт, я не прочитал, что будет. Мне холодно, я лучше буду в углу. А, в углу 90 градусов, да, я тебя понимаю. Я не прочитал, что будет. Что с нами сейчас случится? Я не знаю, пойду сейчас выйду. Зачем? Ну, я же знаю то, что меня и так съедят, что... Соп, а я, кажется, уже обратно выберусь. Обратно отсюда нет, там есть выход сбоку. Воу-воу-воу, тормоза прекратите, пожалуйста. Там есть выход сбоку где-то, ну, с этого, я помню. Ну, я не знаю, что пока... Ну, что-то страшное, такая музыка, пожар! Но... Кто, пожар? Кто уронил факел? Пожар. Да, там пожар. Залази, живо сюда, камень не горит. А так можно было? Ты куда пошел? Луха, нет! Зачем ты так делаешь? А что, так можно было? И пошел в огонь. Блин, а как в том анекдоте про медведя... Черт! Про медведя, который сел в машину и сгорел. Нет, 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 выбираем... А тут уже пожар сверху тоже. Короче, запираться в замкнутом пространстве. Запираться в замкнутом пространстве было глупо. Что такая маленькая кнопка спектейт? Ну да, да, я с тобой согласен. Тут все кнопочки такие вообще минимальные. О, этот ниндзя такой. Хо! Я белый волк. Белый ниндзя. Я! Классный скин, чувак. Реально, прикольно, мне нравится. Ну, то есть, этот скин в сочетании с вот этим мувсетом, то есть, мувсеты покупаются же отдельно, вот, и я одно время ходил с таким мувсетом, типа ниндзя и всякое такое, так что... Неправильный огонь, камень горит. Неправильный, да-да-да, огонь реально неправильный. Я с тобой абсолютно согласен. Посмотрим, что тут происходит. Зато мой попкорн не поджарило, я не знаю, как он держится. Да ты вообще экстремал, ходить по пожарищу в шляпе попкорне. Блин, пожар реально очень... А ты еще заметил то, что у меня самая редкая корона в этом мире? Это да. Пожар реально очень читерская такая штука, потому что получается сбежать от него, кроме как в воду, невозможно. Нет, с другой стороны, вот эти же чуваки выжили, то есть они просто как-то обхитрили всю эту тему. Они просто где-то были. Стоп, они, наверное, в самом моменте, когда уже было мало времени, они просто залезли в воду. Нет. Я вот за вот этим парнем наблюдал, I'm green too. Вот, и он в воду никуда не лазил, он просто поверху это все где-то перелез, переждал. Вообще молодец. Тут у чувака 73 победы. И 20 левел. Офигеть. Так, у тебя...
Никто из нас не влияет. Что тебя на хе-хе проперло, блин, чувак, две строчки хе-хе, что ты ржешь? Это тот самый момент, когда у твоего друга такой заразительный смех, что тебе смешно уже не над самой шуткой, а просто с его смеха. Он такой... И ты уже ржешь с его смеха, и все. Да уж. Огонь реально неправильный. Че камень горит? Он же не должен вроде гореть. Правильно, должны гореть ножницы и бумага. Так же там у нас камень, ножницы, бумага, а камень не горит. О, Паркур Айленд. Ой, елки-палки, Паркур Айленд. О, нет, только не Паркур Айленд. Только не паркур, это остров. Можно залезть на елку, а? Елку, палку. Ну, пойдем. Я боюсь паркуру. Вода поднимается. Мама, нет, нет. Так, залезть на самое высокое, что только можно. Ну, а придется пройти паркур. Нет, 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 нафиг паркур. Ну, по идее, это самое высокое место на острове. Мам, давайте, ребятки, подгребайте сюда, плывите. Давай скорее. Кто меня сбросил? Какая тварь? Встань! Такая штука, которая мажет, ты знаешь, а мне как-то страшно. Меня реально кто-то просто сбросил вниз, это было жестоко. Паркур маста. Нет! Страшно, страшно, нет, нет. Ёлки лысеют, ёлки-иголки. Он, чувак, утонул, чёрт. Зачем ты там прыгаешь, чувак? Ты утонешь. Я, знаешь, я хочу туда попасть. О, да погоди, маленький чувак делал маленькую копию себя. Ага, кстати, за 550 можно купить. Но на время. У вас там сколько? Не знаю. 8, 9. На 140. 145. Вода еще поднялась! О, снижается водичка. Фух. Я хочу забраться на елку. Выиграно. Затащено! Елки-палки. Затащено. Ладно, ребятушки, такая у нас сегодня получилась серия. Было прикольно. Встретились с подписчиком. Спасибо, ребятки, было реально очень круто. Вот, всем удачи. Всем добра, всем бобра. До встречи в других бесконечных мирах Роблокса. Всем оладушек и всем покеда.